ли вообще показаться на глаза? Я хотел сказать, умный направо, красивый налево. Ну что же, там, Коля, разорваться, что ли, как в том анекдоте. А, вот прекрасная девушка, уже приготовили лепестки роз, замечательная, красивая. И Анастасия. Под бурные аплодисменты сейчас появляются наши молодые герои сегодняшнего вечера. Судьбоносная встреча, которых состоялась и во всем победила самое главное чувство. Любовь. Конечно же, мы еще будем впереди кричать горько, ну а сейчас, я думаю, по традиции вас должны встретить ваши самые...